Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывают с упрямством и упорством. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Внешне человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Планета Венера наделяет человека чертами характера, связанными с отношениями к семье, заботливостью, ответственностью, чуткостью. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Эти люди всегда имеют собственное мнение, даже при том, что они слишком чувствительны и добры. Навязать им чужие убеждения невозможно. Люди, имеющие букву «З», в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Покровительство Венеры дает этим людям врожденное чувство прекрасного, поэтому у них тяга окружать себя красивыми вещами. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. От душевного мятежа многие приходят к религии. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.